Исполнительный секретарь Одинцовского отделения «Единой России» Лариса Белоусова и депутат окружного совета депутатов Павел Чумурлиев встретились с одним из старейших партийцев муниципалитета – жителем Одинцова Виктором Мальчевским. Недавно ему исполнилось 87 лет. Единороссы вручили однопартийцу благодарственное письмо и ценные подарки. Несмотря на почтенный возраст, Виктор Петрович состоит в местном совете ветеранов ракетных войск, посещает патриотические мероприятия и встречается с молодежью.